Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я скажу о массовой врачебной ошибке, которые допускаются в наших странах, когда речь идет о выписывании очков для дали, допустим, при близорукости. Близорукость – это распространенная проблема. Нет, это не заболевание, это отклонение. Отклонение в оптической силе, будем говорить так, рефракции. А вот когда сильно прогрессирует близорукость, это уже заболевание. Так вот, когда мы выписываем очки, надо знать общее правило. Выписывать очки для дали, для постоянного ношения, ни в коем случае недопустимо. И здесь врачи делятся на две части, которые против моей точки зрения и за мою точку зрения. Так вот, когда я объясняю на уроках, когда веду мастер-классы, в конце занятия все становятся с пониманием относиться, становятся моими соучастниками и меня понимают, почему я это говорю. Так вот, представьте себе два человека. Один хорошо видит вдаль, а другой с близорукостью плохо. Мы ему выписали очки для дали, и он тоже стал видеть хорошо. Я делаю паузу. Мы получили двух эметропов. Что такое эметроп? Это тот, который видит великолепно, стопроцентно. Итак, первый – естественный эметроп, а второй – Вася. У него близорукость. Мы выписали очки, и он стал тоже эметропом, но это искусственный эметроп. Это бывший миоп минуту тому назад. Когда оба опустили глазки вниз, и книжка своим материалом, своими буквами ударила в глаз, то сработала аккомодационная мышца у одного и второго. Аккомодационная мышца вот так сократилась, и хрусталик стал из вот такого плоского более выпуклый. Вот что происходит у каждого человека на планете Земля. Аккомодационная мышца, она как бублик. Она, когда человек смотрит вдаль, она расслаблена. И хрусталик уплощен, всем видно. Как только мы посмотрели вблизи, аккомодационная мышца вот так сработала, сократилась, как бублик, стала меньше в диаметре, и хрусталик стал более выпуклый. Аккомодационная мышца, как каждая мышца, она может какие-то пределы свои иметь. Она может быть легко нагрузку воспринимать, как мышца руки, ноги, а может быть затруднением. Так вот, у близорукого аккомодационная мышца изначально слабая, а здесь сильная. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о первом эметропе, он легко читает, а вот второму трудно, и он напрягает ее. И в таком напряжении длительно находится. Думайте, мои уважаемые коллеги, что мы делаем. И для того, чтобы не нагружать избыточно эту слабую аккомодационную мышцу, надо уменьшить силу стекла перед глазом на 1,5-2 диоптрии. Понятно это или это непонятно? Сколько можно об этом говорить? Мы создали огромное количество фильмов по этому поводу. Мы студентам говорим, студенты понимают, почему мои коллеги сплошь и рядом выписывают. Ко мне обращаются огромное количество людей и задают вопрос, Леонид Ильич, а почему? И вот я задаю вопрос этот врачам, почему вы не думаете? Таким образом, запомните, Эдуард Сергеевич Витисов, это ведущий специалист Советского Союза, был по ведению и диагностике лечения близорукости, четко сказал, одна из причин близорукости – это слабость аккомодационной мышцы. Слабость руки или ноги, слабость аккомодационной мышцы имеют одну и ту же причину – слабость. Надо разрабатывать эту мышцу. А пока, пожалуйста, помогите этой мышце. Не нагружайте ее избыточной силой линзы. Благодарю за внимание.